Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю не очень обычное видео для форматов каноблогеров. Сейчас объясню поподробнее, что же за идея меня посетила. Я думаю, всем известна вот такая вот модель ботинок, это ботинки называются Челси, но по внешнему виду они очень сильно напоминают конные ботинки, то есть те, в которых мы непосредственно ездим на лошадях, и меня натолкнуло на одну такую мысль, а что, если бы мы, конники, могли бы сочетать свои какие-то вещи из конной сферы в обычной, и это видео я решила назвать «Конный лукбук». Покажу вам 4 образа, которые я сделала, сочетание конных вещей с моими вещами. Я пошла переодеваться. Для первого образа я выбрала мой самый любимый красный ретингот, полосатую укороченную футболку, голубые джинсы на завышенной талии и ремень. Мне кажется, что редингот это самая удобная вещь и более универсальная, чтобы сочетать ее с повседневными вещами. Поэтому мне очень нравится, как это все выглядит вместе. И надеюсь, вам тоже. Второй образ я сделала с теми же самыми голубыми джинсами, полупрозрачной блузкой с принтом в виде якоря и рединготом удлиненным темно-синего цвета. Мне вообще очень нравятся из этого видео образы именно с рединготами, потому что они похожи на пиджаки, но немного не такие, как люди привыкли носить, у них более закрыта передняя часть. И это первый образ, составленный не с рединготом. Это полосатый пиджак черный, большая, очень большая мне, велика прям эта рубашка зеленого цвета и бриджи на завышенной талии тоже зеленого цвета. Если бы не пиджак, этот образ выглядел бы очень расхлябанно и неаккуратно, поэтому пиджак более-менее собирает это все воедино. И последний образ получился гораздо лучше, чем я ожидала. Это белая майка, рубашка парадная и юбка-карандаш облегающая. Этот образ получился очень интересным. Я завязала рубашку спереди на узел, чтобы было видно майку. И ворот сделала, как у обычной рубашки. Получилось очень интересно, необычно, и мне очень понравился этот образ. Надеюсь, вам понравилось это видео, и я думаю, что это видео может перерасти в какой-то необычный челлендж для других каноблогеров, которые тоже могут посочетать свои какие-то конные вещи с обычными, и это будет очень интересно и круто посмотреть. С вами была я, Ксения Кузнецова, всем пока!